Звенигород в фокусе внимания. На прием к депутатам идут за помощью в решении самых сложных и давних проблем, поэтому всегда очень ждут. Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина общалась с жителями в партийной приемной «Единой России». Обращений, как всегда, немало. Жизненные вопросы. Конечно, люди понимают, что делается много, но есть некие недочеты, и, конечно, они бы хотели их исправить, можно сказать, в целом. Это и касается и ЖКХ, это касается придомовых территорий, это и касается сейчас вот делается замечательный в планах администрации округа сделать сквер возле больницы. В числе главных и самых острых тем – детские сады и школы. Парламентарий отправилась в одну из них с инспекцией прямо после приема. Знакомство с новым директором, проверка соблюдения мер безопасности, наличие санитайзеров, рециркуляторов, бесконтактных термометров, а далее – столовая. На сайте меню размещено, постановление об утверждении положения тоже размещено на сайте. Родители могут, мы оперативно выкладываем информацию как на сайт, так в Инстаграм, Фейсбук, то есть все средства общения с родителями, плюс у нас очень хорошо налажено взаимодействие с родительскими комитетами. Проверка школьной столовой показала, качественное горячее питание учащимся и педагогам предоставляется в полном объеме. Надо смотреть на это все с позиции родителя. И я знаю, что родители поддерживают всячески, я вижу их даже участие непосредственно, поэтому я думаю, что все абсолютно предусмотрено, все меры предосторожности. По словам Ларисы Лазутиной, инспекционные выезды в школы округа будут продолжены. Эта работа проводится в соответствии с партийными проектами «Новая школа» и «Народный контроль». Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».